Сегодня я со своей мамой собираюсь снимать видео, как сделать вот такого вот лебедя из оригами-модулей. Поехали! Всем привет! Но перед тем, как приступить непосредственно к поделке, мы научимся делать оригами-модули. Нам понадобится лист А4 и канцелярский нож. Складываем лист А4 пополам вот таким вот образом. Разрезаем. Теперь складываем опять пополам. Тоже разрезаем. Получилось 4 листика. С этих 4 листиков будем делать оригами-модули. Берем один из них, складываем пополам вот таким вот образом. Хорошенько приглаживаем. Еще раз пополам. Все уголочки должны соответствовать друг другу. Расправляем листик вот так вот и загинаем уголочки. Получился такой самолетик. Переворачиваем, загинаем вот эти уголочки внутрь. Таким вот образом. И складываем вот эти вот края тоже вовнутрь. И сгинаем пополам. Вот такой модуль получается. Из этих модулей будет наша поделка. Можно эти модули складывать друг в дружку вот такой вот змейкой, чтобы они не мешались нам. Того, как вы сделали необходимое количество модулей себе, а для нашей поделки нужно 800 штук таких модулей, вот я их и сделала. Сейчас я начну делать самого лебедя. Прежде чем делать поделку, нужно сделать основание для лебедя. Берем модуль 1, 2, друг дружке их рядышком становим. Вот таким вот образом. Третьим модулем берем вот так третий модуль. Их соединяем. Все делаем так, как показано на видео. Продолжаем. Должно получиться 3 ряда по 30 штук. Всего 90 штук нужно нам на основание. Все скрепляем крепко. Каждый модуль должен плотно прилегать к другому модулю и плотно их скреплять.
должна получиться вот такая гармошка. Теперь эту гармошку мы сворачиваем, нужно ее круг. Нужно ее скрепить в круг, чтобы она была круглая. Оставшимися модулями мы скрепляем. Должно получиться вот такое вот основание. Теперь мы берем это основание и выворачиваем его внутрь. Переворачиваем. Должен получиться вот такой цветочек. Вот. Вот такой цветок должен получиться. Теперь делаем тело лебедя. Берем модуль и основание наше. Наше основание распариваем два модуля. То есть один кончик берем от одного модуля, другой от другого. И насаживаем. Сначала неправильно, чтобы не запутаться, где мы начали насаживать. Неправильно насадим сначала. Дальше мы насаживаем вот таким вот образом. Плотно, чтобы все прилегало плотно. Каждый модуль плотно прилегал. Продолжаем следующий ряд, также насаживаем модули, чтобы все прилегало плотненько. Желательно все это делать изнутри, чтобы был красивый лебедь у нас.
должно получиться вот такое вот туловище в 12 рядов вместе с основанием. Первый ряд и так далее. 12 рядов. Теперь делаем шею. Также берем модуль. Два разных кончика от разных модулей. Не один модуль, а два разных. Насаживаем другой модуль. Рядышком еще один. И теперь скрепляем те модули, которые только что насадили, таким же образом. Разные два кончика. Скрепляем. Теперь скрепляем тот первый модуль и второй, который сейчас насадили. То есть 2, 1, 2 модуля вот мы насадили. Теперь 1 модуль. Опять 2 модуля. Все, чтобы было плотненько. Вот 2 модуля. И еще один опять сверху. И так до тех пор, пока не появится у нас длинная красивая шея. Получилась вот такая шея. Ее нужно отрегулировать, чтобы было похоже на изгиб шеи лебедя. Потом из модуля красной бумаги нужно, из красной бумаги нужно сделать модуль и приделать вот сюда клювик ему. Но это в конце. Потом глазки нарисовать, это в конце. Сейчас будем делать хвостик. Итак, хвостик. Отсчитываем от шеи 11 модулей вместе вот с этим краешком. 1, 2, 1 модуль, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И на 11 модуль, на крайний его кончик, надеваем таким же образом, как мы и делали тело, туловище, модуль, один модуль одеваем. Чтобы было попышней, можно одеть сразу же на этот же модуль второй модуль. И также отсюда отсчитываем с этой стороны 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Также надеваем на последний кончик 11 модуля и на 12 один кончик модуль. Надеваем также модуль и сверху насаживаем еще один модуль на модуль. Это будет хвостик у нас. Дальше продолжаем также насаживаем. И сразу один на один. Будет пышнее перышко. Так. Еще сразу насаживаем один модуль. Все плотно, чтобы прилегало. Теперь начинаем уменьшать наши ряды. Этот край мы оставляем
на него ничего не насаживаем. Вот на этот край, который мы начали. Берем другие края двух модулей по краю. Тоже сверху насаживаем также. Еще один модуль. Модуль на модуль. Здесь опять мы берем два кончика от разных модулей. Насаживаем модуль. А сверху еще один. И так, пока не кончатся у нас наши модули до одного. С этой стороны тоже оставляем один кончик одного модуля свободным. Продолжаем дальше. Этот оставляем кончик, с ним ничего не делаем. Берем два рядышком, которые. Уменьшаем следующий ряд. Не забываем насаживать один на один модуль. После того, как первый модуль насадили на разные кончики. Получился вот такой вот хвостик. Благодаря тому, что мы насаживали модуль на модуль, у нас получились перышки пушистые. Обратите внимание, два модуля и пушистый хвост получился. А тело с одного модуля. Ну, тоже красиво. Теперь делаем крылья. Крылья делаем таким же самым образом, как и хвостик. То есть на первый от шеи, на первых два кончика модулей насаживаем один, и тоже, чтобы было пышней, второй сверху. И также продолжаем дальше. Также уменьшаем наше крыло. От нашего крылышка оставляем один кончик модуля, не трогаем его, а эти два опять надеваем на них модуль. Тоже один на один. Итак, возводим крыло до тех пор, пока у нас не будет, не останется вот так как хвостики один модуль. Также нужно сделать и крылышко. Одно и второе точно так же.
последний ряд можно надеть 3 модуля. Будет еще пышней. Посмотрим с этой стороны. Вот такое вот крылышко получилось. Сейчас второе доделаем. Все, сделали мы лебедя. Но нужно еще поправить ему крылышки, выгнуть в ту сторону, чтобы было красиво. Хвостик тоже выгинаем. И можно добавить еще шею, чтобы была немножко длинней. Вот такие вот классные подделки получились из оригами модулей. Мы вот этому лебедю нарисовали глазки, сделали клювик. И он получился очень даже красивый и хороший. Всем пока, подписываемся на мой канал, ставим лайки и не забываем писать комментарии. Всем пока!